Здравствуйте, дорогие телезрители, мы приветствуем вас, вы смотрите летний эфир. И сегодня мы не зря начали наш летний эфир с такого потрясающего выступления. Ведь сегодня мы поговорим с вами о творчестве народного коллектива Республики Саха-Якутия, образцового детского фольклорного ансамбля «Одун». Поехали! Ну что ж, сегодня у нас в студии потрясающий коллектив. Деятельность этого коллектива настолько обширна и берет свое начало аж с 2001 года. И о том, как же зародился этот коллектив, расскажет нам Колодезникова Туяра Гаврильевна, которая является руководителем. Здравствуйте, Туяра Гаврильевна. Добрый день. Расскажите, как давно появился ваш такой потрясающий коллектив и с чего все начиналось? Наш ансамбль работает на базе детского подросткового центра города Якутска. Директором является Петрова Наталья Николаевна. Появился он, как вы сказали, уже в далеком 2001 году. Основателем является Пестерева Зоя Романовна. Целью нашего ансамбля, когда мы его создавали, у нас была сохранение и пропаганда национальной культуры народов, которые проживают на территории нашей республики. Начинали мы с маленького коллектива, где занималось всего лишь 25 детей. Ну, а сегодня «Одун» — это большая семья, в которой уже около 250 детей. Занимаются они у нас по 8 образовательным модулям. У каждого модуля есть своя уникальная образовательная программа. То есть ребенок, попавший к вам в коллектив, не занимается только какой-то узкой специализацией, да? То есть либо пением, либо танцами, да? Он у вас занимается по 8 модулям. Да, все направления, которые мы охватываем, это хореография, вокал, ну и почти все направления фольклора мы охватываем, и дети проходят по всем модулям. То есть, и, конечно, в каком-то из них они найдут себя, да? Да. Свое будущее. А подскажите, пожалуйста, в чем вы считаете успех? Вот 15 лет деятельности, в чем же успех коллектива «Одун»? Ну, успех – это, конечно же, наши дети, наши родители. В 2001 году, кстати, родители наших воспитанников объединились в клуб многодетных семей «Кончари». И вот по сегодняшний день мы все вместе дружно работаем одной командой, решаем поставленные цели, задачи. У нас даже есть свой девиз. Звучит он так: «Наши дети – это достойное будущее нашей республики и страны». Ну, я не сомневаюсь. И давайте, наверное, перейдем уже непосредственно к этим детям. Но многие из них уже, скорее всего, уже совершенно не дети, а подростки. И, допустим, начнем мы. Ближе ко мне находится с Антонова Кристина. Кристина, здравствуй. Насколько я знаю, ты занимаешься в ансамбле уже 10-й год. Как ты попала туда? Вспомни свое детство. Кто привел тебя туда? Здравствуйте. Узнав, что здесь занимается продвижением направления народной культуры, меня родители решили записать туда в возрасте 6 лет. То есть, когда тебе было 6 лет, ты пришла туда? Да. А ты занималась также по многим направлениям. А где ты себя нашла и реализовала себя лучше всего? Ну, прежде всего, все мы, воспитанники народного ансамбля «Одун», мы занимаемся различными народными направлениями, такими как народный фольклор, танцы, театр, национальные моды, фольклор. И помимо всего этого, мы также занимаемся научно-исследовательской деятельностью. Также я знаю, что вы проходите курсы личностного роста, верно? Да. Ну и где вот что больше всего тебе по душе? Скорее всего, хореография и вокал, а также игра на народных инструментах, поскольку мы этому уделяли больше внимания, участвуя в различных конкурсах и так далее. То есть вы участвуете во многих конкурсах, и ты, наверное, ездила уже и на международные конкурсы, и на всероссийские, да? Вот самое яркое впечатление, что у тебя, от какого конкурса осталось? Скорее всего, вот в прошлом году мы участвовали во всероссийском конкурсе «Северное сияние», где он проводился в Мурманске в честь столетия города, основания города. И тебе это запомнилось больше всего, да? Да. Хорошо. Рядом с тобой у нас находится Диадорова Настя. Настя, здравствуй. Здравствуйте. Ну, ты, наверное, как никто другой, расскажешь нам побольше о том, в каких конкурсах вы принимали участие, и вот ваши самые яркие достижения вашего коллектива. Ну,
Да, наш ансамбль, он достойно представляет богатую культуру и фольклор народов республики за ее пределами. Мы являемся неоднократными обладателями гран-при, лауреат всяких республиканских, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Вот. И мы посещали такие разные города России и также другие страны, такие как Южная Корея, Китай, Турция, Франция, Италия, Германия, Египет и другие. То есть вы из-за границы показали себя на высоком уровне, да? Ну, лично я побывала в Турции в возрасте 12 лет где-то. Это, правда, было очень круто. Круто, да? У тебя остались яркие впечатления, да? Как там реагировали в Турции вот на ваши выступления? А, помимо ваших выступлений, вы же, наверное, общались и с жителями, да, местными? Да. Все интересно, наверное, большой интерес вызывает, да? Да, больше всего их интересовали наши длинные густые волосы. Густые волосы поразили, да, их? А вот скажи, для тебя, что для тебя коллектив «Одум»? Ты занимаешься, если я не ошибаюсь, 11 лет. Да, я... То есть практически все твое детство прошло вот среди вот твоих подружек и ваших руководителей. Что для тебя этот коллектив? Для меня «Одум» — это, скорее всего, второй дом, вторая семья. Наши руководители, Зоя Романовна и Туяра Гавриловна, они как нам родители прямо. И я тут приобрела настоящих близких мне людей, с которыми я каждый день общаюсь, можно сказать. Да, и правда очень... Переживает Настя, да? Настя, ну ты совсем скоро уже будешь не воспитанницей, а выпускницей. Да. А будешь ли ты возвращаться в стены вашего родного ансамбля? И планируешь ли ты, возможно, дальше как-то сотрудничать с вашими педагогами? Возможно, с младшим поколением вот ребятишек? Я планирую поступать на учебу за границей Якутии, поэтому, наверное, буду реже посещать, только летом, наверное, даже. Это грустно, но я постараюсь как можно чаще. Ну, раз ты будешь обучаться за границей, наверное, там ты будешь продвигать вот именно культуру нашей республики, и будешь рассказывать и на фотографиях, и на видео достойно будешь представлять именно, да, воспитанницу, выпускницу ансамбля «Одум». Ну, раз уж мы заговорили про выпускников, у нас сегодня в студии находится одна из выпускниц, ярких выпускниц коллектива «Одум», Тарабукина Ольга. Ольга, здравствуйте. Ольга, расскажите про свое участие в этом коллективе, как давно вы туда попали, вы уже выпустились, и у вас сложилась очень интересная судьба. Коллектив «Одум», мы поступили, конечно, не в возрасте 6 лет, как сейчас, да, приводят ребятишек. Мы пришли, получается, в начальных классах, выпустились, также уже в течение, как коллектив существует, мы всегда вместе с ними. Зоя Романовна для нас это вторая мама, получается. Туяра Гавриловна также как родная сестра. Mm-hmm. Мы как школьную скамью покинули, также тоже все равно танцевали во время студенчества, получается. Mm-hmm. Но в старших классах большой уклон был на исследовательскую работу, научно-исследовательскую. Mm-hmm. При ансамбле действовал кружок, есть кружок «Я исследователь», где изучали в сфере фольклора. Это мне очень помогло в старших классах. Благодаря этому я получила определенные навыки выступать перед аудиторией, заниматься научной деятельностью. То есть вы там получали азы, да, да. Вот, выступать, и в дальнейшем вы стали... преподавателем. То есть вы на данный момент преподаватель. Да. Возможно, вот именно направление исследовательской деятельности вас сформировало как личность, да? Это мне очень помогло. Я получила 2 высших образования, тоже какая-то доля в этом есть, которая способствовала мне помочь. Сейчас я работаю преподавателем, получается. Тоже мои студенты занимаются научной деятельностью. То есть коллектив «Одум», он помогает развиваться не только как танцевать, петь, получается, а все личностные качества, которые помогут ребенку, это все есть в этом коллективе. Ольга, а скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, научной деятельностью, исследовательской занимались, да? Вспомни, может быть, свой проект, такой какой-то более такой интересный, возможно. Вот что ты исследовала? Мы исследовали фольклор. Это больше уклон у нас был на малочисленные народы. Mm-hmm. То есть какими инструментами раньше пользовались, вот эти костюмы. Ну, очень много работ было. У нас
Вот мы выпускники почти все занимались вот в школе, получается. И очень интересные работы были. Как вот эти костюмы национальные красили, какими инструментами пользовались. Ну, вообще, что в обиходе было у малочисленных народов. Это очень интересно. Все работы интересны. Все работы интересны. А вот ты сейчас уже возвращаешься к своим друзьям, да, помогаешь? 15-летие было, получается, в 16-м году. Мы вспомнили молодость, выступили. Мы танцевали очень давно. Очень давно не танцевали, все-таки уже люди взрослые. Но на 15-летний юбилей? Да, конечно. И на 10, и на 15 лет мы всегда приходим. А в год обязательно мы, выпускники, собираемся на чаепитие традиционно. Все равно, конечно, мы всегда вспоминаем, всегда на связи, всегда следим за достижениями нашего родного коллектива. И вот за малышками также, да, следите? И за вот постарше, ну, сейчас ребятами. Очень много. Нас было вначале меньше, а сейчас очень много. Мы, конечно, всех не запоминаем, но следим, конечно, за деятельностью обязательно. Зою Романовой всегда связь поддерживаем со всеми. Ну, выпускники мы уже все подруги, друзья и парни, и девушки. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Все-таки мы больше провели в коллективе, чем когда нам было лет, как мы познакомились. То есть мы пришли в 7-летнем возрасте, а дружим мы уже 15 лет. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие телезрители, мы продолжим эту интересную беседу сразу после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем наш летний эфир. И напоминаем вам, дорогие телезрители, что сегодня мы говорим с вами про творчество одного из самых популярных, востребованных, а самое главное, образцово-показательных коллективов нашей республики. У нас сегодня фольклорный ансамбль «Отдун». И, конечно, мы продолжаем беседу про то, как же они у нас, значит, выступают, чем они гордятся. И, конечно, у нас вот продолжается беседа наша. Колодезникова Туяра Гаврилевна, руководитель, бессменный, любитель, да, своего дела. Туяра, расскажите, у нас очень интересные костюмы у ребят. Вот, да, мы сегодня, телезрители все могут лицезреть это, да, очень интересные костюмы. И это неотъемлемая часть, конечно же, любого выступления ваших воспитанников. Откуда вы берете идеи, кто помогает вам по пошиву вот таких интересных костюмов? Ну, наши девочки говорили то, что мы участвуем во многих конкурсах, ездим представлять нашу республику. И, конечно же, наши победы, это, ну, немаловажную роль в них играют красивые костюмы. И уже на протяжении 15 лет ими занимается наша родительница. Четверо ее детей посещали наш коллектив. Аж четыре поколения, да? Да. Сейчас с прошлого года уже начали ходить ее внуки. Ее зовут Григорьева Элита Павловна. И сегодня в студии как раз ее старшая дочь, выпускница нашего ансамбля, Аня. Да. Вот и раз уж нам уже представили вас, давайте познакомимся. Григорьева Анна сидит рядом со мной. А Григорьева Анна не только выпускница ансамбля «Одун», она также является и дочерью человека, который занимается пошивом всех костюмов в этом ансамбле. Вот, Анна, расскажи, пожалуйста, про свою маму. А вот, наверное, у нее одна из не самых легких работ, да? А почему именно твоя мама стала заниматься именно пошивом костюмов для этого ансамбля? Ну, наверное, потому что моей маме нравится это. Угу. Ну, она не может сидеть без дела. Она всегда шьет. Если она не шьет, она как бы... Ну, не знаю, она не говорит, что она не может сидеть без дела. Она всегда шьет, ей это нравится. Ну, по мне так, это самое главное, чтобы твоя профессия тебе нравилась, чтобы ты любил свою профессию. Аня, ты сейчас уже не являешься, да, воспитанником ансамбля «Одун», ты выпускница. А чем ты занимаешься сейчас? Ну, на данный момент я студентка, я учусь в Хабаровске. Вот, ну, я также ходила в ансамбль «Одун» 11 лет. И в ансамбле мы занимались в кружке, ну, как кружок, это был театр национальной моды, да. И мы все принимали участие в создании и моделировании костюмов. И моя коллекция «Наследие предков», созданная по мотивам якутской посуды, в 2013 году заняла первое место в республиканском конкурсе театров и студий мод «Сияние Севера». То есть для тебя это такое огромное достижение, верно? Да. А как долго ты создавала свою коллекцию и откуда ты брала идеи? Вот, кто помогал тебе в этом? Ну, помогала мне, конечно, мама. А так, ну, как-то хотелось что-нибудь такого именно национального, чтобы, ну, во-первых, национального и необычного.
Поэтому решили, что якутская посуда очень даже подойдет. То есть театр национальной моды это был твоим одним из самых любимых направлений, да? Нет, у меня были все любимые направления. И я бы не выделила самое любимое. Ну, в любом случае, себя, вот такого признания ты нашла именно вот в своей коллекции, которую ты создала благодаря помощи своей маме. Театр национальной моды вскоре перерос в мое хобби. И сейчас я шью для своих родных и близких. То есть у тебя навыки шитья все равно, они при тебе всегда, да? То есть любишь шить? Да. И сейчас ты также следишь за деятельностью всего коллектива? Конечно. Переживаешь, созваниваешься, да? Ну и у тебя мама, каждый день мама в работе, да, с этим коллективом? Ну, конечно. Ну что ж, у нас в студии еще есть выпускницы, но эти выпускницы могут похвастаться не только своими прекрасными исполнениями, выступлениями, но также они у нас являются мисс различных конкурсов красоты. Давайте познакомимся с ними. Ну, во-первых, это, конечно, Андросова Саина. Саина, здравствуй. Здравствуйте. Саина занимается уже 10-й год. Да. 10-й год, но ты можешь именно рассказать про ваши выступления на конкурсах красоты. Да. Я участвовала во многих республиканских, российских, международных конкурсах красоты и таланта. Также я участвовала в 2013 году в конкурсе «Мисс Совершенство», в котором завоевала главный титул «Мисс Совершенство». То есть ты у нас «Мисс Совершенство»? Да. В 2013 году. Ага. Покажи нам, пожалуйста, всем телезрителям свою прекрасную корону. Вот такая корона. В котором получила приглашение на конкурс, международный конкурс «Мисс Пикколо Диво» в Милане. А также моя подруга Новгородова Сандара тоже является титулованной красавицей, завоевала главный титул. Ну и Сандара, пусть расскажет. Да. Сандара, где ты принимала участие, на каких международных конкурсах красоты? Здравствуйте, меня зовут Сандара, и я принимала участие в конкурсе «Мисс Совершенство» тоже в 2011 году. И после этого получила приглашение в городе Париж выступить и представить Якутию. И после этого я получила номинацию «Первая вице-мисс совершенства в городе Париж». Ну, девочки, давайте покажем ваши короны, уберите микрофончики и покажите вот свои вот награды. Мне кажется, девочки должны по праву гордиться собой, ведь они представили не только республику, да, на всероссийском конкурсе, но а также представили и всю Россию на международном уровне. Молодцы, девочки. Вера Гавриловна, а с какого возраста могут вот наши телезрители привести свое юное чадо к вам в коллектив? Ну, раньше мы набирали детей с 7 лет, сейчас у нас такое убеждение, что ребенок чем раньше начнет заниматься, тем лучше. Мы набираем детей с 3, некоторые даже приходят с 2, особо одаренные дети. Ну, например, вот Анина сестренка сейчас посещает Иришка, она в конце танцует, нам подарит свой танец, и она ходит с 2 лет. А как она пришла к нам, Аня ходила, ну, приходит, получается, на тренировки. А сестричку оставить не с кем. Она ее приводила с собой. Иришка сидит у нас на занятиях. Я думаю, ну что, ребенок будет так долго сидеть? Пусть давай тоже займется, да? Встань, потанцуй вот с девочками. Она встает и знает все танцы. Все танцы наизусть, и мы решили... Приобщили ее к делу, да? То есть с 2 лет, ну, желательно с 3 лет можно попасть к вам в коллектив. С 3 мы набираем детей как раз сейчас. В сентябре у нас тоже будет набор. С 3 до 17 лет мы принимаем наш коллектив. А где у вас проходят ваши занятия? Занятия у нас проходят в 16-м квартале по улице Жирницкого, 7/11А. Там у нас есть детский центр, детский подростковый центр. Также можно посмотреть нашу деятельность в Инстаграме на страничке Адун Фолк. Так, а вот это у нас младшая, да, группа? Ну да. Сколько тебе лет? 8 лет, вот такая у нас юная девочка-красавица. Тебе нравится, да? Ты танцевать любишь больше или петь? Танцевать. Танцевать любишь? Хорошо получается? Хорошо получается? Туяра Гавриловна, ну, спасибо большое вам за ваших прекрасных воспитанниц. Какие у вас ближайшие планы? Что у вас впереди? Ну, наш ансамбль уверенно смотрит в свое будущее. С прошлого года мы приступили реализации проекта создания этнокультурного центра. И с этого года уже мы открываем свои
филиалы в поселке Марха при школе, средней школе номер 1 Мархинской. Также открываем свой филиал в поселке Геологов в школе номер 18. Ну, надеемся то, что 20-летнему юбилею мы уже охватим около 800 детей, уже как в статусе детского этнокультурного центра. И вот на одной из ваших самых лет. Прокомментируйте немножко, что это за момент. В нашем коллективе дети занимаются не только, вот, ну, изучают не только культуру национальную, да, а, ну, свою культуру. Также мы, я как говорила, у нас дети ходят, которые представляют 18 народ, ну, из 18 народов. И у нас происходит такое взаимообогащение культур, можно сказать. Мы учим, вот, ну, здесь вы видите русский народный танец «Варенька». Этот танец является обладателем гран-при, лауреатом многих конкурсов и фестивалей. То есть достаточно очень сложный номер, да, здесь много акробатических трюков. Да, мальчики наши также проходят курсы по гимнастике и акробатике. Здесь, ну, можно будет наблюдать это. Ну, в этом танце можно посмотреть, здесь принимают участие как раз три группы, средняя, младшая. Вот младшая у нас на инструментах играет как раз, он крутится по бокам. Средняя группа у нас танцует, и старшая группа тоже принимает участие. Сколько примерно человек задействовано вот в такой композиции? Ну, здесь в этом танце задействовано около 50 человек. 50 человек. Мы хотели поставить этот танец здесь, но, конечно, наша студия, к сожалению, не располагает такими габаритами, да. Но у нас еще, дорогие телезрители, есть для вас небольшой сюрприз. Вы сейчас можете воочию посмотреть, насколько прекрасна работа этих ребят. Ведь сейчас у нас ребята исполнят красивый северный танец. Проходите, пожалуйста, ребята.